В Российской академии наук состоялось 16-е заседание совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений. Комиссия существует уже 15 лет, и все это время ее деятельность посвящена выяснению спорных вопросов российско-германской истории. Один из важнейших проектов последнего времени – подготовка уникального учебного пособия, которое увидит свет осенью этого года. Это вообще прорывное такое дело. Трудно писать учебник. Мы работаем уже несколько лет, и сейчас мы близки к завершению. Она будет учебное пособие три части – 18 век, 19 и 20. Начинаем с последнего, с 20 века. И авторская работа завершена. Из 20 глав 16 совместных. И 4 главы по 4 главам мы имеем на один и тот же сюжет разные точки зрения, российской и немецкой. Я надеюсь, что учебное пособие выйдет осенью этого года. Zweiter Weltkrieg, die deutsche Besetzung. Мы решили начать с третьего тома истории 20 века, поскольку это самые трагичные страницы истории. Вторая мировая, падение фашистской Германии, оккупационная политика Советского Союза и разделение Германии на две части. Труд предназначен для широкой публики и выйдет на русском и немецком языках. Первый день работы комиссии посвятили общественно-политическим процессам в России и Германии времен Первой мировой войны. А в повестку дня 5 июля внесены темы взаимоотношений Советского Союза и нацистской Германии от прихода к власти Адольфа Гитлера до плана Барбаросса.